Баде, доброе утро. Могу я попросить кофе? Только посмотри. Когда просит у меня, даже не здоровается. А ее как просит? Посмотри на это с положительной стороны, Шабнем. Ты все еще жива? Кофейная красавица. Шабнем. Говори, патрон. Идем поговорим. Войдите. Не мне, Шабнем. Мы можем поговорить. Потом. Пей кофе. После Камиля? Да. Потому что ты злилась на меня. Меня заставили. Потому что ты злилась на меня? Да. После того, как я нашел и вызволил тебя, ты подумала, что все будет прекрасно. Думала, что тебе ничего не будет, не так ли? Ты все знал. Не совершал ошибок. Ты был совершенен. Но потом все начало рушиться. Я не был непобедим. Не был совершенным. Ты даже не пришел на похороны Камиля. Я пошла туда, а ты не пришел на могилу. Тогда я сказала себе... Вдруг ты не на той стороне, Шабнем. Эзель, ты говоришь так, словно я сделала это намеренно, но это не так. Я думаю, ты сделала это намеренно. То есть как? Дай руку. Али мне рассказал историю. Но, по-моему, в этой истории есть пробелы. Думаю, ты, Мус, обманул тебя. Отвел домой, дал наркотики. Но потом, когда ты проснулась, Я думаю, ты по своей воле вернулась туда. В этой истории правдива не середина, а только начало и конец этой истории. Ты мне не веришь, Эзель. Адрес Сердара оказался правильным, и это была не ловушка. Конечно, нет. Я все равно не доверяю тебе. Но я верю в то, что ты любишь Тефика. Верю, что ты не хочешь, чтобы с ним что-то случилось, поэтому ответственность за все, что ты теперь делаешь, ляжет на его плечи. Эзель! За малейшую твою ошибку заплатит Эфик. Мы с Шабнем поговорили, она останется с нами. А, хорошо, ладно. Но с двойным агентом покончено, она больше к ним не приблизится. Нет, конечно, пусть не подходит. И с наркотиками будет покончено. Или она ляжет в клинику, или с тобой. Со мной, со мной. Правильно, воспользуйся этим шансом, Шабнем. Иди. Ты останься. Закажи себе кофе. Тебе многое прощали. Стамбул, 2010 год. Знаю, брат. Ты не предавал Али. Не бросал Шабнем. Да, брат. Ты наемный убийца, Тефо. Ты должен нажимать на курок, когда мы прикажем. Будет неправильно продолжать работать с тобой. Ты для этой работы слишком добрый. Помимо всего прочего, ты влюбился. Продолжаешь любить. Делаешь одну глупость за другой. Так получилось, брат. Тефо.
Где он сейчас? Они с Айшан поехали к Инану. Но их хорошо охраняют. Но такой, как ты, пройдет сквозь эту охрану. По крайней мере, попробую. Окей. Жди меня снаружи. Сегодня ты учитель, а я ученик Тефо. Будешь учить меня убивать людей. Позови Али. Да, Тефо. Выходи обиженный. Словно я сильно разозлился на тебя за вчерашнее. Словно сделал последнее предупреждение. Ты понял?